Ого, какой он здоровый, Томир! Ой-ой-ой! Томир, ты готов? Подожди, вы гребете с Итаном? Ну, Итан с мамой. Боялся. На, Итан, весло. Давай, Итан, справа, а ты слева. Ты должен гребсти, Итан. Сядь ближе, а то выпадешь. А вон наши палатки, да, убирают? Ой-ой-ой, дерево! Если что, пригинайтесь! Ну, Томир, ты боялся? Прыгай! Дашь Томиру потом погребсти? Ой-ой, Томир, смотри еще дальше! Завихрение! Держись, вон за канатик. Вот канатик, держись. На дно садись. Чтоб тебя не выкинуло. Ого! 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 Уже не боишься, а танцуешь? А? Да. Хочешь сзади сесть, Итан? Ну давай, сядь сзади. Вот такие лианы. Ой, смотри, что там, Томир. Нам куда, влево или вправо? Куда, Томир, как ты думаешь? Туда, прямо. Ой, прямо? Нет, только сюда, только сюда. Ой-ой-ой! Мы самые быстрые, за нами никого. Хочешь, можешь попить? Да, это ж природное. Это горы. Горы. Ой, я весь мокрый. Ой-ой-ой, нет. Давай, Итан, греби чуть-чуть. Когда устанете, скажете, мы где-то остановимся. Ой, смотри, какая тахана. Ого. Ой, смотри, мы догнали уже кого-то.
Пригинайся. Давай, рулите. Ну они, наверное, яркие. Мне нравится эта вода больше, чем обычно. Она сладкая. Ну, конечно, пресная водичка. Это сгор. Ну, давай тогда наберем в бутылку. Потому что и говорят, это май моток. Папа, пресная давай водичка. Тогда наберем в бутылку зеленую. Давай. Вот сейчас, посередине. Прямо сейчас? Не, мы потом остановимся и наберем. Мама, у нас еще кусты. Ой-ой, давай от кустов, от кустов. Пригинай, всем пригнаться. Пригнулись? Аккуратно. Аккуратно, смотри, какие тут торчат. Фу. Мы прошли опасную зону. Надо пригинаться еще. Дальше, да, остановимся где-то, перекусим. У нас еще, о, целая батарея. Полтора часа спуску. Ну. Мы пошутили. Пригинайтесь. Лианы, лианы. Где-то обезьяны. Да. Ну ты только мне веслом не зарядишь. Да. О, давайте вправо или влево? Здесь развилка есть. Давай влево. Давай вправо. Слева опаснее. Да, там опасно. Давай влево. Не-не-не, Тамир, даже не думай. Ой, у нас здесь какой-то островок. Сейчас нас развернет и мы... О, молодец. Я говорю, я Коля учусь. А что тут опасно? А тут что? Смотрите, чтобы коряка в глаз не... Видишь? Что, не страшно, Тамир? Не. Еще так классно, да? Сейчас, ну, мало каяк. Да. Ой, завихрение, видел? Аккуратно. Не торнадо, а это хотел. Помоги тогда. Помоги мне. Да, там этот суслик живет. Там кости. Ой, шибанулся об этом. А вот самолетик. Папа, там кости были. Да? Да. Там тут же шакалы живут тоже. А кто? Спроси маму, скажи. Вот, это три коряка. О, давай чёрником бочку. Бочку? Я так буду... Мам, там не надо. Ого! Ого! Это еще не... Видно гору, смотри, синяя. Это не гора. Это навес, солнце. Это называется... Это гора. Подожди, Тамир еще не знает, что там дальше есть водопад. А, ну, он уже... Не, он не знает, мы ему не сказали. Говорил про водопад. И по одной говорю два. Тогда мы пошутили, он уже в панику вышел. Нет, водопад будет. Опа, аккуратно. Ну я вижу, вы не единственные тут. А, смотри, вот это коробки. Да, видишь, да. А так мы взяли уже и вышли. Видишь, а так мы будем копаться сейчас. Отдыхаем чуть-чуть. А потом орать, наверное. Как нам
Глубоко? А ну возьми, засунь весло. Ну стоит оно. Ого. Ой, ты куда? Куда нас носит? А вот тут стоит оно. Чуть-чуть. Ой, отпачивай. Никуда не пока, потому что нас понесет на пушку. Рыбы огромные. Где? Там! Ой, вот. Вот мы пофукали. Да, надо было тут ловить. Форельку. Удочку, братан. Вот рыбу. Удочку. Видел, как они плывут против течения? Чего это? Ну, рыба всегда против течения плывет. А они тяжело? Нет. А они такие? Да. Ну, это как мы ловили. Ну, мы поймали такие. Мама, греби с другой стороны! Папа, тебе вон тот деточка. Какой? Который ты с ним шашлыки взял. О, вон фотограф. Какой? Вон, салям. Угу. Ну да. Нам догоняю. Видишь, мы кварблюм, а то агушрим. Он агушрим только фоткает. А кто это? Ну это те, которые на короткие маслюли, агушрим. Это у нас тоже. У нас не, вот он их сейчас, видишь, фоткает. А нас не. Не, агушрим, это знаешь, кто еще? Это вот этот фоткает. Папа, рыба, там на девочке? Да, вон, смотри, сколько рыбы тут плавает. Папа, там на девочке? Вон, 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 против течения, смотри, сколько рыбы плывет. Девочки, помнишь, что ты делала? Да, у нее были на кофте огурчики. Угу. Огурчики, но все. Больше, чем мы ловили. Ну, конечно, они вот такие вот вырастают, а да. Что они? А что они тут? Они... Ну, они по всей речке. Вот, вон, 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 видишь, видно их плавают? Вот их вон, куча да, тут. Да, вон, да, вон. Да, 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 да. Что, тепленько? О, кепка вам, твоя кепка. Это твоя кепка? Греби, давай, греби. Вот. Кто-то за сучок зацепил, поставил кепку. Найс. Вон, посмотрите вниз, смотрите, на самом деле очень много рыбы. Оглушить ее хочешь? Да, нет. Я за нами поеду. Ты надо, знаешь, как шлепнуть, чтобы ее оглушить? Так он камнем бахнул, и она... Давай, я возьму камень. Вот, подбери, давай, я возьму камень. Нет, так она на дне, там рыба была на поверхности, он бахнул. А то их не достанет эта волна до нее. Ну, там только в конце еще прикольно, видишь, да? Папа, я аккуратно пригнулись. Блин, он мне под глаз попал. Ну так аккуратнее бы. Говорю, видишь, ли, какие тут торчат? Помпи, давай сразу. Не, он не рвет. Тамира, пригинайся. Видишь, какое здесь заветрение? Жесть. Вот схватился бы и остался. Смотри, бы, я тебе ее пить нельзя, значит. Ничего. Ну пусть подрастают. Ну очищается желудочек. О, в этих норах, знаете, кто живет? Вот мышка мутант зеленая. Ой, мышка. 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 Мышка.
нас несет прямо на... На коряке нас несет. Пригинайтесь, пригинайтесь. Ох, молодец, как оттолкнул. Да, вот ты тоже классный. Ну. Что, до этого мы плыли там? Да, куча лягушек. Ой-ой-ой, осторожно, пригинайтесь. Ой, я сейчас как Джон. Мы будем надеяться, что с ней все хорошо. Так мы по-любому бы там коты съели. Проголодался? Ну, чуть дальше остановимся. Видишь, вот здесь останавливаются, делают перерывчик. Люди. Блин, не надо, фу. Не надо эту блин. А, ну пусть он погребет чуть-чуть. Наташ, дай Тамиру, пусть он погребет. Он страх уже, все, поборол страх. Стри только веслом, никого не зафиг. И не упади с веслом. Мастики пороги. Давай, греби, Тамир, греби! Тамир! Нет, какое-то бревнышко, это бревнышко. Тёма, греби давай! Ты должен гребсти, что ты говоришь? Вон он, смотри, как гребет. Не туда, но не важно. В другую сторону, Тамир. Все, пригинайся, там коряки. Не-не, как ты пригинаешь? Вперед пригинайся. Вперед, голову всегда вниз, за что, как страус. Все, мы на коряге. Опа. Все, Тамир, проткнула лодку. Что теперь будем делать? Дальше плыть. Дальше плыть? Пока не сдулась она вся? Ну, смотри, как тут красиво. Да, как будто бы мы плывем в Амазонке. Да, может такое быть. Тут есть крокодилы, Тамир? Мама, когда Ярдын? Вот это река Ярдын. Ну, это она есть. Что ты ее тормозишь? Нет. Мы сказали, я начала, мы тут какой-то другой реки, а потом мы ее... Поверни так, чтобы я сзади был. Я еще поверни. Да. Да, смотри, вон торчат. Да ты не туда гребешь, ты.
ему сфоткал. А ну покажи мускулы, как ты накачал. Ого, и ты накачал. Да, разверните, чтобы вы были впереди. Чтобы мама была впереди, а сзади. Сможете? А ну, вы должны командно работать. Я, Кита, не понимаю. Все, а теперь вперед. Кита, аккуратно. Кита, серьезно, вот так воткнется и все. Что ты делаешь? Я же объяснял, как страус, вот так вниз головой. Вот они сейчас вырулят. О, вон еще там что-то. О, белая рыба. Нас обгоняют. Нас обгоняют. Все, нас несет. Все, сейчас мы дрейфуем. Все, можете лечь, кайфануть, отдохнуть. Сейчас какой-то увидим ближайший остров, там остановимся, покупаемся. Хотите? Ой, ой, все, нагинайтесь. Нагинайся, Тамир. Нагинайся. Не поднимай же голову, Тамир! Хочешь без глаза остаться или что? Обещай, нагинаешь голову, все, не смотри! О, корешки! Да, странно, что мы так много рыбы не поймали, есть ее столько тут, да? Смотришь, как они гребут? Один справа, второй слева. Помогают друг другу. Ой-ой-ой, видел? Все, пригинайтесь тут. Или ты выгребешь. Ой, вот остров. Давайте на этом острове остановимся. Вот на этом. Вот. Мы сейчас по камере посмотрим, сколько времени мы проплыли, сколько проплыли. Да. Или остановимся где-то. Не хотите останавливаться? Нет. Ой, нас прямо несет на бревно. Все. Толкай, выгребай. Прикольно, если ты какой-то.
давайте туда слева где-то остановимся, не хотите? Да нет. Все. Вот наш островочек приплыли. Нет. Все, теперь не несу. Я хочу покупаться, перекусить, попить воды. Да, и кепку сними, чтобы не унесло. А вон сидит на тарзанке, девочка сейчас будет прыгать. Ты хотел на тарзанке там остановиться? Блин, чуть-чуть не доехал. Я тебе советую тапки снять, унесет и будешь без тапок. Блин, тут течение реальное, блин, такое. Мы решили перекусить. Давно не Итан проголодался. Вон гранат растет здесь, после дерева с гранатом. Все, мы перекусили. И продолжаем наш путь. Не, я сзади сяду, садись. На тарзанку. Нет! Стоп! Не тарзанка! Ой, стрекозалась ты. Ну да, здесь останавливается, чтобы на тарзанке попрыгать. Какой тут вид красивый. Мне надо было чуть подождать, да, чтобы они проехали, а потом. Минут пять. Да, Тамир? А ты будешь в тарзанке прыгать там в конце? Да? Точно? Ну, посмотрим. Там большая, не такая. Там 10 раз больше тарзанка. Не, не будешь. Смотри. Вон плавала там лягушка. Еще полчасика где-то. Или долго, я не знаю. В тенечек хотя бы? Можно. На блесну. Блесна это такая, типа рыбки с крючочком, железка такая. И на нее нитку привязывают? Да. Вот так. У тебя вообще она есть? Да. Конечно. У него 150 кнопок, наверное. Твоя одноклассница Итан, да, впереди? А, вот тут колючки такие. Я
Мы должны доплыть до моста, да? От моста еще 10 минут, он сказал. А там до моста еще херачить. Да? Как ты уклонялся? А куда мы идем? Все, мы не останавливаемся здесь. Нет. Все, можешь подобрать бамбук? Бамбук один оторвать? Нельзя его оторвать, он не ломается. Да это сухой бамбук, можно? Ну попробуй. Получилось? Еще один. Ох, Тамир, да, тебе надо самый большой. А не, не надо, все. Шалом. О, медбаеш, медбаеш. А что ты говоришь? Ну а что ты не сказал? Я не знаю, обычно так говорят. На, остудись. Что такое-то? Тут глубоко? Сейчас я камеру опущу под воду, посмотрим, там есть рыбки или нет, да? А, давай на солнышко точно. И там будет видно рыбку. Видишь, люди так приезжают, тут смотри, как есть места с палаточками. Ну да, как сюда доехать, если бы мы тоже знали, тоже сюда приезжали. Аккуратно, тут коряга. Аккуратно. Нагинайтесь. Ну, видишь? Все, мы прошли, прошли. О, вот сейчас там будет солнышко, посмотрим, есть рыба в воде? Все, вот здесь. А, ну здесь мутная вода. Вон там не мутная. Интересно, здесь есть рыбка, сейчас посмотрим. Как опасно. Не поднимай, еще, еще, еще. Что, это рыба видел? Куда нас? Да, вот здесь, да. И вот тут посидели.
потяну. Ой, ну смотрите, видно рыбу тут? Смотри, какую мы скорость набрали. Нас уже не догнать. Сзади аккуратно. А мы тогда на этом, да, острове останавливались? Больше или меньше? Тамир, что? Что там? Ух, вот это мы врезались. Идешь ты в панику, вошел Тамир, и мы врезались. Без паники. Без паники. Пойдешь пешком по берегу, а мы с водопада, да? Слышишь, слышишь, Тамир, большой звук такой, сильный звук. Как там это водопад, 5 метров всего лишь. Аккуратно. Аккуратно. Сказки тут дремучим лес. А мы когда до Ялдана уже доедем? Разве не доехали еще? Вон, вон, видишь, такая синяя. Я бы остановился, подзарядил бы камеру на минут 15. Ну там показывало. А сколько нам еще ехать? Да, полчаса еще. Мы доехали до этого, который ты вообще не столько помнишь. Паша, серьезно? Конечно, а потом еще от того вам стулья, как они... Ну там сделаем перерывчик. Да. Смотри, смотри, так как там красиво. Куда ты, блин? Да не. Давай, греби, греби.
здесь несет дым. Да, 1 октября. Завтра в школу. Не, я вам какой, я вам спроси сегодня? Да. Но она в Велком еще. Как в Велком? В Ревивом? Я спроси его, Ди, когда в школу. Спроси. Спроси ты. Ну так завтра или не завтра, чтобы знать? Сейчас я у него спрошу. И ты стесняется, смотри. Нас обгоняют. Вот можно тут сесть, присесть отдохнуть, смотри, какое сиденье. Греби, греби! Родители сейчас Махарова ломдим. Он сказал, он спросил, что это за дрожжи? А Тамир какой довольный! Братка. Не, просто мы начали раньше, а не позже. Давай, сильнее толкни. Я ногами толкну. Я бы тебя любил в шаломе. О, здесь и музыка. Там дискотека. Ты 90-х? Ого, мы тут так зависли, да? Это гнездо грифона. О, слышишь, там асибатева какая-то. Ой-ой-ой, Тамир, видел, что там творится? Ой-ой-ой, ой-ой-ой, держись крепче. Давай. Ты готова? Я не понимаю, что... В чем смысл, сейчас увидишь, посмотри, какие там завихрения. Ух ты! Даже на Дипу закрытый.
О, мы все ближе к музыке идем. Папа, это машина. Да, украли машину вместе с дисками. А ну, смотри, как там колбасятся впереди. О, шапочка китайская. Йофи! Ну? А что, мы уже приближаемся? О, тут уже пороги начались. О, тебя ждут тут это. О, Терс, давайте тоже тут остановимся. Попрыгаем. Давай! Давай! Камиль тебе хочет попрыгать. Я хочу сейчас там остановиться, там есть этот лось. На минут 15. Я хочу, мне надо. Наверное, надо где-то припарковаться. Давайте вот здесь остановимся. О, кто-то вешал по тебе. Мам! На подарок, да? Да, на подарок. Давай, гребите к берегу. О, еще. Лина, там есть камни дальше. Не надо. Куда ты пошел? А где? Тут грядут, а я не хочу грядут. Ну, вон дальше, дальше. Вон, видишь, где спускаются? Лина, там есть дальше камни. Есть, да? Ну, ладно, хорошо. Мы же уже проплыли. Или нет? Да, вот за этой мы остановимся. Я вон там, там мороженое, кстати, продают. Хотите? Не, дальше, чуть дальше. А вот это короткий этот вот. О, собачка. Пёс. Бамбук за нами, папа! А, вот это, по-моему, короткие, не? Да. Thank you.
здесь мы дрейфуем. Ну, здесь течения сильного нет такого. В этом кусочке. Видишь, мы тут стоим практически. Ну, вот надо по нему подойти. Вон за тем поворотом, по-моему, да, мы Ну вы же тогда в Одессе были. Ну и мы с мамой были, с Кариной. Конечно, весело тебе? Нет, один более из горы. Перед тем, как бояться, должен быть опытом. А потом бояться, и это такое. Мама. Блин, это пара тоже разная. Бывает сильная, бывает. Главное, это ключевое слово. Вода, падает. Но оно непонятно. Короче, все, я лихо. Мне ноги надо. Ты устал? Ой, котик устал. Какие корни тут? Она спалилась. Спалили нуба. А Тёма говорит. А еще знаешь, что у Тёмы какая-то фирменная? Что? Они тут-то было. Они тут-то было? Он такой, Даниэль говорит, смотри, да, идёт, всё. Я говорю, ой, Тёма, смотри, что ты рыба. Он такой, не тут-то было. О, мы сейчас набираем скорость. Или ты хочешь самого-самого верха? Самого-самого. Самой горы. Как это? На Голанах? Осторожно, осторожно! Палки, видишь, торчат со всех сторон. Вот ты их не несло? Все, тут какая-то пробка, мы приехали в пробку. Давай мы обойдем? Не, надо сейчас мы где-то остановимся. Thank you.
вот еще тарзанка, да. Хотите тут чем попрыгать с нее? Гребите, гребите к ней. Нет, ты не становишься. А вон там дальше сейчас я зацеплю канат. Сейчас я заряжу камеру, а вы пока попрыгайте тут. Подпрыгивает, вон, видишь? А, это Пито, Пито. Подплыви, подплыви к ней. Посмотри, сколько там рыбы. Блин, нам надо было на Питу ловить, а мы на кукурузу ловили. Смотри, какая большая. Давай ее шмякну. Веслом? Догоняй Питу! Бедная Пита, спасай меня! Спасай, я тебе в руки попрыгала бы. Шалом! На фляпита! Давай потолкай! Не, давай. Они испугались. Ну и ладно. Плывем дальше. А что там впереди, лебедь какой-то или что? А, нет, это ряда. Накинь его тут сбоку, вот тут сидит, да. Ну, не так далеко. Что я заняла, что она, наверное, Пита? Мы плывем быстрее, чем Пита. Да, поставь еще плыть. Нам надо на солнышко просохнуть. Ты же промок, Тамир? Покажи губы синие свои. Пить хочешь? Так вот есть вода, на. Прикол. А, ты их не поможешь. На воду. На воду. Пей вообще с этой речки воду. Сок. На сок. А ты что хочешь? Нормально. На кругу тоже прикольно, вот так раз. Да? Хочешь молоко и там? Ну давай. Ну, еще часик и все. Хватит пить холодную воду, Тамир. Ты и так, блин, холодный, еще холодную воду пьешь. А мама будет пить? Короче, мы уже плывем 2 с чем-то часа. 2,5 часа. 2:10. Никак не можем доплыть. Это мне уже губы все синие. Синие губы. А у тебя? А у тебя фиолетовые. Тогда мы уже доплывем до дома. А вон мост. Еще 10 минут на стадии. Папа, только ты сказал. А вот и рыбка, смотри, видишь, что это тебе? Валя, это не этот мост, там еще один.
ну как это? Вот это мост, да. Падом идет такая спокойная русло такое течение, а потом водопад, а потом там бегемоты, крокодилы. Тёма уже испугался, по-моему. Да? Вот мы проехали мостик. А тут под мостиком есть такое место. Нет, стой, прикольно, там вот сесть, допустим. Ну вот, где-то есть возле моста место. Да, слепой парк тут. Это тоже тарзанки делают. Главное, чтобы хряк внизу не было. Ой, все, мы приближаемся к большому рядом. Слышишь, что нет? Не, сейчас не рули. Ну пусть смотрит. Суслик замерз. Или ты боишься? По-моему, и то, и другое. Ого, слышишь, как там люди кричат. Да ладно, у тебя пугает. Садись передо мной. Сейчас звук камер. На берег? Давай, плыви на берег. Вон собака тебя ждет там уже, голодная. Слышишь, какой звук? У него уже губки трусятся, бля. Там и... О, какие там брызги аж до сюда. Ты столько, блин, проплыл ради этого... Не, не доходит. Сейчас на сторону середину. Все, мальчик дал заднюю, все. Теперь только мы и водопад. Там нет. Тамир, не сцы! Это маленький водопадик. Вниз, вниз, и так. Ой-ой-ой, что там происходит? Да, он, видишь, обошел водопад. Ой, мороженое продают, видишь? Вот фотограф сидит. Ого, какой он здоровый, Тамир!
Ой-ой-ой. Смотри, какой классный водопад. Тут осталось до конца 5 минут.